Родник в Средних Тимирсянах Цельнинского района молодой, но уже популярный. Его обнаружили местные жители 7 лет назад. При том, что сами признаются, их село родниками не славится. Родник я нашел как? Я здесь рыбачу, по утрам хожу на рыбалку и смотрю, когда спускался, здесь из-под земли вода сочится. Но я решил это подкопать, думаю, родник здесь. Ну, так и пошло, я выкопал, потом маленькие ступеньки все сделал, трубу положил. Изначально спускаться к роднику приходилось через заросли. В дождь дорогу еще и размывало. Решено было начать благоустройство. Почти 300 тысяч собрали сами жители. Добавили деньги Министерства природы и цикличной экономики. За 2 года сделали многое. Завезли грунт, установили лестницу, домик, оборудовали купели, удобный спуск. Установили ограждение. Хотелось бы, чтобы вот это место в нашем селе стало определенного рода живописным уголком, где всегда было приятно приезжать, особенно нашим выходцам и местным жителям, и, соответственно, всегда пользуюсь вот этой водой, которая очень приятная, нежная, вкусная. А местные экологи взяли пробы воды, отправили в аккредитованную лабораторию. После получения положительных результатов родник получил официальный статус. Были проведены исследования воды, был получен положительный протокол, все соответствует ГОСТам, СанПин, микробиологические показатели тоже были в норме, мы поэтому обратились в Минприроды с заявкой на включению данного родника в программу. Всего же в этом году привели в порядок 23 родника. На это из областного бюджета выделено 2 миллиона рублей. На сегодняшний день муниципальное образование Старокулаткинского района, Меликесского, Корсунского, Цельнинского района закончили свои работы по благоустройству родников. А мы знаем, что во многих муниципальных образованиях родники являются единственным источником питьевого водоснабжения. Напомним, в Ульяновской области реализуют госпрограмму благоустройства родников. Каждый муниципалитет может заявить о необходимости очистки неограниченного числа объектов. Главное требование – соответствие воды ГОСТа «Вода питьевая». Анна Тищенко, Управда ТВ.